22 июня 1941 года. Именно с этой даты началась Великая Отечественная война. 82 года прошло с того страшного дня, но наша память опять возвращает к тем суровым годам. На памятном митинге, который провели в Люберцах у Вечного огня, побывал Богдан Колесников. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней и ночей. За это время она унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. Если объявить минуту молчания отдельно по каждому погибшему, весь мир погрузится в тишину на 50 лет. Самое плохое – это война. Хужего нет, когда люди убивают друг друга. Надо уметь договариваться, надо уметь жить в дружбе, в любви, в ответственности. За мир надо бороться так же, как и за любовь. Пусть будет мир во всем мире. Каждый год 22 июня местом притяжения люберчан становится мемориальный комплекс «Вечный огонь». Здесь собрались люди, которые знают о войне не из учебников по истории и не с рассказов очевидцев. Полина Константинова – девочка блокадного Ленинграда. Ей было 2 года, когда немецкие захватчики окружили город на Неве. Прошло 82 года, но память о тех событиях до сих пор жива. Мы только глазами смотрели, если нам что-то надо, и глазами привыкли разговаривать. Это не только для меня памятный день, это память день для всего русского народа и не русского, всего нашего государства, кто понимает цену жизни. И я хочу, чтобы никогда народ не знал такого горя больше. Люберчане почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориальному комплексу. Не было нигде такой семьи, что не погибал его близкий человек на войне. Это для нас день в скорби, потому что у меня там воевал дедушка. Правда, я его не видел, он всего лишь на фотографиях. Война оставила след в судьбе каждой семьи. Герои живы, пока жива память о них. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.